Дед Мороз, смотри, только какой хороший загадочный. Все комнаты стоит, вся игрушками блестит. Колется иголочка, как красиво. Елочка, молодец. Нашу внученьку еще конфет. Привезел апельсины, мандарины и яблочки, чтобы тебе вкусно было. Ну что, Никита, слушайся родителей. Вот, не хулигай, тут не шуми в палате, люди лежат больные. Вот, ну а в следующем году я снова к тебе приду. Хорошо? Молодец. Мы пойдем домой к тебе. Хорошо, Никита? О, пойдем. Сегодня ГИБДД города Орска проводит социальную акцию «Подари ребенку доброту». Посещение ребят, которые пострадали в течение года в ДТП, стало доброй традицией госавтоинспекции города Орска. В данном мероприятии мы хотим подбодрить ребят, оказать им внимание, поздравить с наступающим Новым годом и очередной раз напомнить о дорожной безопасности. Никто из сотрудников ГИБДД в процессе подготовки мероприятия не остался равнодушным к этому, каждый принял посильное участие, потому что проблема детского дорожно-транспортного травматизма как бы знакомы нам не понаслышке, и мы, как никто другой, знаем о последствиях трагедии, происходящих на дороге, как для ребенка, так и для его близких. Кроме детей, которые находятся в городской больнице номер 2, в планах у ГИБДД посетить детей, которые уже лечатся дома. Ну а мы желаем наступающего Нового года и не попадать в дорожно-транспортные происшествия.